деревне Головково в течение года проживает около 100 человек. В летний период сюда приезжают москвичи, и население деревни Головково составляет около 300 человек. Одна из жительниц деревни позвонила на прямую линию президенту нашей страны и сообщила, что здесь нет никакой медицинской помощи. И вот власти среагировали довольно-таки быстро и в Головково, смотрите, привезли вот такую вот смешную поликлинику. Сахар. Вот меня волнует сахар, конечно, потому что у меня было пограничное, как бы, я провела на эти год назад. В мобильной поликлинике жители могут проверить внутриглазное давление, измерить артериальное давление, получить консультацию врача общей практики, определить степень насыщения крови кислородом, сдать общий анализ крови, а также пройти обследование у гинеколога. Передвижная мобильная поликлиника работает каждый первый вторник месяца с 9 до 14:00. Было еще обращение по тому вопросу, что в деревне Головково не работает магазин. Жителям нельзя купить продукты первой необходимости. В настоящее время решается вопрос об организации передвижного какого-то магазина и автомагазина, который бы регулярно раза два в неделю приезжал в деревню с продуктами первой необходимости. Екатерина Косевич, Дмитрий Кузякин. Наше время.